Всем привет, вышел третий сезон Хоро Брал. Давайте купим Хоро Пас. Передовой ученый. Это на первом уровне получается, на сотом уровне будет Майк. Ковчеги. Ковчег хаоса. Мифический ковчег, нифига себе. Да, тут Майк, самодельная броня. Легендарная. Давайте купим Хоро Пас. Подтверждаем. Вы разблокировали пропуск ужаса. Так, берем скин для Лизы. Так, улучшить не можем, потому что нет очков души. Выбираем жителей, получается, потому что новую карту не добавили, как я понял. Какие тут миссии есть? О, май гад. Так много, нифига себе. Дестис. С таким количеством миссий я, блин, до сотого уровня дойду сразу же за один день. Не понял, где все, что-то как-то маловато людей. Все, наконец-то зашли все. Я очень долго ждал. Так, ну это минимальная графика, как я понял. Просто понимаете, я играл недавно на старой карте. А там на ультра графике все очень плохо идет, лагает. Так, привет. Давай дружить. Не убивай меня, пожалуйста. Конечно, сейчас я буду играть за Майка и Лизу. Не надо, пожалуйста, пожалуйста, не надо. Спасибо. Так, все, уже можем, в принципе, не бояться. У нас есть ружье редкое. Ой. Не стреляй. Ты что, бессмертная? Так, ну хотя бы этот не напал. Уже спасибо. Так, давайте аптечку возьмем. Так, берем аптечку. Что тут есть такого? Ой, нет. Появилась злая монахиня. Капец, как не вовремя, если честно. Ну ничего, посидим в шкафчике. Господи, что так пугаешь? Так, играем снова, получается. Давайте быстрее уже. Я думал, что третий сезон будет похуже немножко. Но все же он более неплохой. Да, видите, еще новая заставка такая. Так, у меня уже есть редкий автомат, в принципе. Уже и так неплохо, и ружье уже есть. Жаль, что они не добавили новую карту, которая за мистер Мита. Типа, было бы круто, если бы добавили еще мясника. Но его не добавили, добавили только Алис и Майк. Скорее всего, в четвертом сезоне появится этот мистер Мит, но навряд ли. Потому что... Хотя, в принципе, не навряд ли, потому что они должны уже выпустить этого мистер Мита. А то один айскрим. Без айскрима жить не могут, видимо, Кит Лэренс. Так, уже ключ есть, отлично.
Так, берем легендарное ружье. О, и к себе. Так, убил Луиса. И второй где? О, вижу, 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 вижу. Да куда ты замораживаешь? Будьте род убитым, Майк. Один раз что? Это, наверное, не имею в виду, типа, станьте родом и убейте по одного Майка. Конечно, кто переводил ту игру? Топси? Он обычно их игры переводит. О, 13 предметов. Нифига себе. Штырнус монет. О, вот это, конечно... Да, конечно. Мне много предметов дадут. Но, скорее всего, ничего не выпадет. Волшебный ковчег. 40 гемов. 100 монет. Волшебный ковчег. А почти волнистая рогатка выпала. 2 очка осталось. Так, зигзаг забираем. 100 монет. Еще волшебный ковчег. Офигеть, конечно. 30 очков для Майка. Так. Давайте, получается, сейчас поиграем за Майка, даже улучшим его. Все, теперь Лису улучшаем. Да, конечно, долго работает, долго думает игра, если честно. Так, у меня для Майка еще никакого скина нет, к сожалению. Но ничего страшного. Игра, в принципе, наверное, будет последняя катка на сегодня. Я хочу сделать такой маленький обзор, как вот в прошлом видео, где я смотрел второй сезон Хромбрава. Да, конечно, Майк выглядит как-то странно. Модель Лизы мне нравится больше, если честно. Надо будет еще превьюшку найти, потому что я не хочу ставить на превьюшку. Это интро слишком как-то просто. А что тут с рогаткой появился? А, там же трейлер говорил, что типа Майк спавнится с оружием. Все, понял. Да, конечно, я буду не первым, кто заснимет этот обзор. Потому что релакс про уже, скорее всего, там уже 5 минут назад выложил его. Так, конечно, эпическая бери. Эпическая рогатка лучше, чем редкая краска распылитель. О, ключ. Нойс. Опа-на. Если на нас нападут, становимся мороженщиком. Да, конечно, стало труднее убить персонажей, потому что ты раньше их мог убить с выстрела ружья 3 раза, а теперь тут с 4 только. Опа-на, выполнил миссию, соберите 16 камней хаоса. И мы можем стать 2 раза мороженщиком. Неплохо так. Опа-на, вижу. Вижу, 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 вижу. Ну, тут, понятное дело, все играют за Майку и Лиза. Я же говорил, он сейчас за... Как ты успел так, релакс? У меня вопрос к себе такой, как ты успел?
прям робот какой-то. Сразу выходит, через 5 минут сразу же все выкладывают, такие 15-минутные обзоры. Так, 3 чела осталось, ну точнее, считая меня еще. А где эти двое, я без понятия. Так уже все начали снимать там, мешают мне играть. Портал откроется через 1 минуту 10 секунд. Я еще никого не нашел. Это что такое? Я не понял. Странно. А, уже не успею. 5 секунд осталось. До трансформации обратно. Успел последнюю секунду, офигеть. Еще миссию какую-то выполнил. Так, последний чел где? Где? А, все уже без смысла. Нет смысла, я уже не успею, все равно у меня 3 секунды осталось. А как правило, в этой игре, когда на карте остается 2 чела, именно считая тебя, то этого чела невозможно найти. Он где-то прячется прям вообще. Так, 13 секунд. Давай быстрее открывайся. Давай быстрее. 3, 2. Все, отлично. Ах ты. Отлично. Все же смог убить его. GamesPro выиграл игру. Так, 2 миссии выполнил. Суточный лимит достигнут. В смысле, я только начал играть. Алло. 4 новых предмета. Но мне не выпал, к сожалению, мифический ковчег. Но в следующем видео мы его точно откроем. Я еще сделаю одно видео. Сегодня или же завтра. Скорее всего, сегодня. И завтра выложу. Типа, где я буду выполнять квесты и открывать вот эти ковчеги остальные. Но мне ничего не выпадает. Просто дают очки души и очки для предметов. Так, ну давайте на этом же видео закончим. Мы посмотрели с вами 3-й сезон. Ставьте лайки. Всем пока.